Прощай, зеленый змей, и сигареты на сизые дым. Теперь я стал умней, я не читал вам молодым, пугающим с утра. И кот и бледный унитаз сойдут стыд и срам. Мне непутевых жалко вас. Я как Тургенев бросил пить, курить как Чехов завязал. И что об этом говорить, я этим все уже сказал. Я буду трезвый как Маршак, здоровый как Аристофа. И сделать этот смелый шаг давным-давно пора бы вам. Походкой легкою пройдусь по улице Арбат, вдыхая легкими сосисок дивный аромат. Пусть девки резвые моей девятся красоте, а вы нетрезвые сидите и завидуете. Ведь будут все меня любить, как Байрона любили все. Сегодня бросил я курить, не пил сегодня совсем. Румяней Бальмонта в гробе, как Мирабо, подскажешь ты. Да не, куда там, Мирабе, да мои трезвые красоты. Эх, люди бедные, за вами гонятся всю жизнь привычки вредные. Как геморрой и коммунизм, да ладно, Бог простит. Чего по жизни унывать за эти глупости? Куда приятнее выпивать? Наверное, скоро про меня напишут повесть или стих, как я на водку променял то, что без водки не достиг. Какой я в принципе орел, в гармонии душа и плоть. Я силу воли поборол, а ее трудно побороть. Хотя, возможно, побороть. А почему не побороть? Вот эта песенка, я очень люблю писать посвящение, ну, в первую очередь, естественно, себе, ну, и так и товарищам. Вот это как раз была замечательная история. Я написал песенку, как-то сидя вечером дома, обзвонив всех своих товарищей и узнав, что они все уехали в Израиль. Последним я позвонил Володе Турьянскому, он не только замечательный автор, он еще замечательный, как говорится, сотрапезник, и понял, что мне просто не с кем. Придется одному коротать всю эту ночь. Ну, просто посидеть, пообщаться, что-то, я не знаю, употребить. Я написал вот эту песню и как-то всегда забывал, когда ее начал петь уже, забывал концовку, говорит, что он все-таки вернулся. Да. Она называется «Мой друг уехал зимой в Израиль». И пошли слухи большие, что действительно Володя уехал. Не дождетесь, как говорится. Ну, вот такая песенка с одним фольклорным словом. Мой друг уехал зимой в Израиль. Сижу, как будто в карманах. Володя Турьянского, он не только замечательный автор, он еще замечательный, как говорится, сотрапезник. И понял, что мне просто не с кем. Придется одному коротать всю эту ночь. Ну, просто посидеть, пообщаться, что-то, я не знаю, употребить. И я написал вот эту песню и как-то всегда забывал, когда ее начал петь уже, забывал концовку, говорит, что он все-таки вернулся. Да. Она называется «Мой друг уехал зимой в Израиль». И пошли слухи большие, что действительно Володя уехал. Не дождетесь, как говорится. Ну, вот такая песенка с одним фольклорным словом. Мой друг уехал зимой в Израиль. Сижу, как будто в карман насрали. Осиротили, украли друга. А за окошком рыдает вьюга. А за окошком летают пули. Фонарь, как финку, в сугроб воткнули. И сердце просто на части рвется. Мой друг уехал и не вернется. Да я и сам туда поехал, не за деньгами, а ради смеху. Я бы ради смеху купил ермолку, надел ермолку, но фиг ли толку. Не подчиненный и не начальник, сижу на кухне простой, как чайник. Жизнь отравили мою, как Припять, мой друг уехал и не с кем выпить. Жена притихла, как в час погрома. Я одинок, брожу по дому, и тараканов под зад пиная, хожу и тихонько напеваю. Он уехал, он уехал, а слезы льются из очей. Нас обманули, нас разлучили, и слезы горькие, словно чили. Мне разъедают лицо до кость, ах, не езжайте к евреям в гости. Они напустят кругом туману, потом обнимут, потом обманут. На историческом побережье вас обласкают, потом обрежут. Мой друг уехал, а я остался, хотя уехать и я пытался. Но мне сказали, молчи в ладошку и жуй на кухне свою картошку. Сижу на кухне, жую картошку и как придурок молчу в ладошку. И эта песня в каком-то смысле уже не песня, а просто мысль.
На сердце горечь, в душе обида, совсем пропала моё либидо, пропал мой юмор и мои феньки, пропали спички и даже деньги. Возможно, лет этак через 20 он возвратится, что может статься, и у могилы моей глубокой с волнением скажет такие строки. Что мне сказать в такой печальный час? Чего не говори, все будет мало. Такой свечильник разума угас, такое сердце биться перестало. Мой друг уехал зимой в Израиль, сижу как будто в карман насрали, осиротили, украли друга, а за окошком рыдает вьюга. А давайте вспомним первое впечатление от знакомства с ним. Мне-то легко, в Ростове, не так давно. Я смотрю, он нас встречал. Какое живое, талантливое лицо. Но как он там поет и сочиняет, какая у него музыка, я не знал. И вот я услышал первый раз, вас я слышал значительно раньше. И потом вы подходите оба ко мне после концерта, мое мнение. Я вместо ответа просто обнял вот так крепко обоих. Вот такое первое впечатление от Миши. Ну, вы давно очень его знаете. Да, на 10 лет раньше примерно. Ага. Но Миша как раз из экспедиции, вот точно такой же. Точно такой же? Во-первых, у Миши нет никакого возраста. Он где-то, видимо, лет с 20, так вот набрал такой мужчину в соку, между 30 и 40, вот какой-то такой возраст, такой усатый, такой бодрый, так или с щетинкой, так может быть, чуть, значит, выглядит постарше. Но вот. Но я как бы не думал, что это будет такое качество того, что он прочитает и споет. И, конечно, меня тогда так... Ну, в общем, я не знаю. С Мишей очень легко дружить, это... А твое впечатление, Алька, первое? Мое впечатление было, честно говоря, несколько настороженное. Настороженное, потому что вообще в людях такая открытость и вот такое всейство, всеприсутствие, оно несколько... Тем более я вышел, в общем-то, из, ну так, более литературных, скажем, кругов. Я не беру свое дворовое детство, как бы, да, но вот юность, все вот это вот такие. И, скажем, такой стиль общения был мне подозрителен. Ну, подозрителен, да. Тебе можно понять. Да, да. Но потом все случилось. Промокнув, дома похожи на больницы. Старухи, прилипая к окнам, хватаются за поясницы. Трещит на крышах дождь, как будто картошка на дешевом сале. И электрическое утро качается в универсаме. И снова осень. Сотни в плач, тысячи хлюпают носами. Стоят деревья, словно мачты, с оборванными парусами. И безработные матросы садятся в круг стола на койках. Носы покрылись купоросом, не в дальних плаваниях, в попойках. И жирные от рыбы пальцы, привыкшие скорее к моторам, хватают рюмку, лишь китайцы так удивительно проворны. Вдыхая в вечном заключении табачный дым грудною клеткой, им продолжать свое лечение не алкоголем, так таблеткой. И тешить душу, что когда-то, теперь уж скоро собираться, ну, уподобившись пернатым, на слабых крыльях не подняться. И снова осень, лист газетный торчит из черноземной жижи. Нет силы пережить все это, нет силы, чтобы просто выжить. В стране, где храмы, как поленья,
сожгли всего за треть столетия, где уж второе поколение общается на междометьях, где от богатства ломит спину и вечно не хватает малость, где осень пахнет керосином и коммуналкой пахнет старость. И снова осень, значит, гетто для второсортных и семитов, где гениальные поэты, потенциально инвалиды, в их посиневших пальцах сжаты большие метлы, но не перья, и забивая уши ватой, скребут асфальты подмастерья, царя смертями, как листвою. Век затянулся високосный, трещат дожди над головою, и бесконечно длится осень. А впрочем, полно что-то слишком ужасное нарисовалось. Здесь можно жить, здесь можно выжить, или точнее встретить старость. А вот про те слои, про которые вы говорили, Андрюша, я думаю, что он в экспедициях познакомился. Приходится нанимать бомжей, бичей, так называемых, кого хочешь. Безусловно. Миша, и он же к ним по-человечески относился, что они работали. Вот именно. Я по-человечески. Он занимался таким просветительством, как... Да. Конечно. Причем это просветительство он по жизни идет. Он им пел, показывал, читал книжки хорошие, рассказывал. И вот поразительно. Вот, в общем-то, мальчик из интеллигентной семьи. То есть там это круглый там пятерочник, там это спортсмен, там бог знает. Погрузившись, вот как говорится, вот так вбурившись, как бы вот этот вот слой, он, это ведь все довольно-таки быстро, это буквально 3-4 вот так вот года. Он набрался вот всего, как говорится, вот этого вот опыта, который там дается, там, у него же не было, собственно говоря, так понял, дворового детства. Он всю жизнь проплавал в этом бассейне. Понимаешь, там это, он всю жизнь занимался, все детство, когда вот набираются вот как раз вот это вот дворовые песенки, там знаком стереотипы поведения, там передача опыта от старших младших, он все это время, как говорится, в спортивной школе там это рекорды устанавливал. И потом вот где-то в юношеском возрасте за несколько лет насквозь, как говорится, вот всю социальную вертикаль такую жизненную, от бичей до профессуры. И вот профессуре так, как говорится, с ней все хорошо и благополучно. И он посмотрел именно туда. То есть там, вот, как говорится, люди обиженные, люди ненужные, люди, как говорится, и которых никто не поможет и не спасет, кроме поэта. То есть вот так вот, даже не поговорит, не обратит внимания. И вот в этом вот безошибочный выбор, который вот обличает в нем, именно не просто там вот певца там или там что-то, а именно поэта. А вот эта песня совсем непонятно, откуда она появилась. Я, конечно, печальных вещей стараюсь не писать. Но если уж печально, то там должно действительно помереть там, ну, по крайней мере, человек 15 в течение 2 минут. А вот это откуда такая вдруг непонятно беда появилась. Невольно чувствуешь вину, как после долгого запоя. Ведь ты не рвался на войну, а до нее подать рукою. Тебя не брили в лагерях, другие тешились в гулаге. Ты жил ночами втихаря, храпая что-то на бумаге. Среди бутылок горшков на кухне маленькой и тухлой ты сочинял незнамо что, то под молодою, то под мухой. И словно мухи виражи крутые делали сюжеты, так сочинялась твоя жизнь, которой не было и нету. Но не печалься, старина, поверь, на утро все проходит. Под утро сонная жена поэта пьяного находит. И начинается сюжет, сюжет
довольно повседневный, как от жены ушел поэт, не похмелившийся и гневный. Ушел, как водится, к другой, к веселой, как при коммунизме, к счастливой, доброй, дорогой, к такой неповторимой жизни, где ты поправишь организм, и у киоска очень скоро найдешь друзей и пару клизм, которым далеко за 40, там ты неплохо воевал, в Бишкеке, а не на бумаге. И неприветливый Ямал тебя приветствовал в ГУЛАГе. Там от тебя ушла жена твоя, любимая подруга, и снова зона и война. По заколдованному кругу ты не вернешься с той войны, и нет как нет твоей вины. Да что тебе в твоей вине? Бери шинель, иди к жене. Песен о любви, честно признаться, у меня очень мало. И они все очень конкретные. Есть люди, которым я очень завидую, такие как Андрюша Анпилов, как Егоров. Вот в свое время Саша Смогул про Егорова очень красиво сказал. Говорит, вот, говорит, человек, он заходит в магазин, в какой-нибудь, например, да, и где... Его нельзя пускать там, где продается женская нижняя одежда. Потому что он, увидев, там, я не знаю, лифчик, сразу приходит домой и пишет две поэмы, понимаешь? То есть вот богатая фантазия какая. Я человек практичный. У меня вот единственное, по-моему, такое серьезное... любовное стихотворение было такое. Любовь, конечно, вещь заманчивая. Ночные ласки на подушке, поэтому я стих заканчиваю и ухожу к своей подружке. Действительно, там, я человек дела в этом смысле, а не слова. Но вот есть один человек, это замечательный автор, из авторша из Минска, это Лена Казанцева. Она большая, не только в смысле, так сказать, глобальности тех произведений, которые останутся в истории, но и физически немаленькая. Вот. И я написал такой стишок вот от страха. Любит женщина меня, как пучину миноносец. Утром меня обняв, как ребенка она носит. Кормит с ложечки, она напевая гули-гули. А случится вдруг война, заслонит меня от пули. А потом, придя с войны, лихо справившись с врагами и поставив у стены свою скатку с сапогами, приголубит, как коня, как дитя она кормит грудью. Любит женщина меня, помогите, добрый, любит. Дело в том, что вот как я часто поминаю, как говорится, в сую имя Алика Мирзояна, потому что помимо того, что он мне дает какие-то темы для размышлений поэтических, еще мы с ним как-то оказались как две лягушки-путешественницы. Мы первые из нашего театра покинули пределы Родины, так сказать, ну, в организованном порядке. Хотя, наверное, первые выездили, да, в Польшу на этот. Но мы поехали подальше, мы поехали в Шанхай. А в каком году? Давно. Нет, мы поехали, и очень интересно то, что организовали это комсомольцы, такой спутник, фирма при комсомоле была. Очень бережливые ребята, они сначала сказали, вот 20 дней в одноместных каютах, там замечательно, с видом на море, там заходим в Южную Корею, почему-то потом приплыли в Северную, там подешевле оказалось. А потом приезжаем в Шанхай. Потом позвонили, сказали, все-таки, они нас начали готовить к тому, что нас ждет. Все-таки, говорит, нет, двухместные каюты, вы с Мирзояном поедете. Я говорю, ну что, 20 дней с Аликом это не вытерпит. Ну ладно, уговорили. Приехали, оказалось, все-таки в четырехместных, да, каютах. Причем мы с Аликом живем, еще Сережа Крылов, этот исполнитель песен, да, и его жена. Каюты оказались чуть меньше купе железнодорожного. Очень было весело ехать как-то в тесной, хорошей компании. Потом корабль очень маленький оказался, штормило его так, что расставания с родиной были там тягостными. Потом все это, на эту тягость наложилась еще, естественно, специфическая кухня, все эти собаки, там, морские сопли и прочее. И потом, значит, самое запоминающееся было, так сказать, действие, это мы производили такую операцию «Change Money». Многих обманули, но оказались люди проворные. Например, меня не обманули. Вот. А некоторые даже там трешки там выдавали за австралийские доллары. И самая главная задача – привезти кожаную куртку. Потому что, наверное, все любили песню Городницкого. Приехать, бросить ее в угол. Там, я вернулся из Шанхая. Вот. Ну, и, значит, такая песенка называется «Шанхайская с Петровичем». У меня такой цикл есть полуодесских песен. В них очень удобно вкладываются все вот эти датские произведения. С эпиграфом. Есть три города матери на свете. Одесса, мама, Киев, мать городов русских, и Шанхай, мать его.
У нас в Одессе явно интересней. Спросите у любого подлеца. Но мы решили с Петровичем все же сесть на крейсер, чтоб в этом убедиться до конца. А крейсер тихо шел куда-то к югу, и я уже по родине скучал. Ведь так мутило, что не то чтоб другу, я бы даже тёще б так не пожелал. Ой-ой, конечно, потошнилось нам со смаком, покуда до Кореи не дошли. А там на первое подали нам собаку, ты представляешь? И на второе принесли собаку. Петрович от расстройства просто плакал, а в перерывах все-таки тошнил. Мы попрощались с этим милым краем. Петрович, как положено, тошнил. Три раза думал он, что умирает. Ты представляешь, он мне шептал: «Прощай, супруга рая». Но до Шанхая все же он дожил. Я помню ту заветную минуту. Впервые так в натуре повезло. Ты представляешь, нам выдали с Петровичем валюту. Петровича на радостях рвало. Ах, как мы по Шанхаю с ним гуляли. Да, городок забавный, не вопрос. С Одессой, правда, он сравним едва ли. Скорее похож на нашинский привоз. Их ченч похож на нашу гоп со смыком. Петрович вам попозже объяснит. Ты представляешь? А були, как последнего калмыка, как вспомню, до сих пор меня мучит. Но я бы был последним жалкой урком, когда бы не вернул свои башли. Ты представляешь? Я трешку поменял у них на куртку. Что трешку? Я и матрешку поменял у них на куртку. Пущай теперь китайцев потошнит. Ну, бог с ним, с ченджем, лучше о веселом. Точнее, грустном, понял? Будем говорить. Я первый раз связался с комсомолом, чтоб вам так жить, и мать тюетить. Не, я не хочу об нем сказать дурного. Об нем Петрович вот сейчас будет говорить. Вот он сейчас только натошнит и скажет слово. А мне пора, меня уже мутит. Ну и вот такая последняя песенка, как раз вот эпиграфом к этой песне было потом название к спектаклю, она называлась тогда «О русском великом счастье». Сам генерал пожал мне руку дверью. Ну, написана была, естественно, в стиле песен Александра Галича, вот так, «Песня от лица идиота» написана. Ну, как правило, это идиоты, которых жалко, действительно. Посвящается она замечательному скрипачу Мише Безверхнему, который в свое время ездил на какой-то конкурс в Бельгию, потом вернулся и бельгийский король предложил ему преподавать приехать. Он, значит, согласился, и его, по-моему, перевели в Магаданскую филармонию. Ну, в общем, да. Но сейчас все равно, тем не менее, мытарствами всякими он добрался до Бельгии, там живет. Ну вот, слава богу, эта ситуация уже уехала из нашей жизни, когда национальность играла очень большую роль. «Национальная пессимистическая трагедия о некогда выдающемся скрипаче Хабибулине». Называется так. Так бы жил себе и жил, шпарил глюка, шашки б с Блюмом играл в воскресенье. Но судьба ведь ни инжира, ни брюква приготовила мне, брат, потрясение. 20 лет я как индюк на насесть, за музыку заплатив геморроем. Был 12-ю скрипкой в оркестре сводном, имени защитников трое. Дирижер Абрам Исакович Хаин, в свои 83 года с гаком. 2 инфаркта, паралич, а махает, что сигнальчик на баке. 87 у нас кто кац, а кто гурвич. Все от первой скрипки и дритавры. Лишь один я, как индюк среди куриц. Лишь один я Хабибулин, татарин. Ну, с таким оркестром ясно гастроли. То в Кашире, то в Калуге играли. Правда, были позапрошлой весной. Мы на юге Красноярского краю. А приехали вдруг, вот тебе номер. Дирижер на что накидишь, что матом. Я поехал ему не звука, но понял. Приглашают наш оркестр в Улан-Батор. И какие там монголо-татары. Тут такая поднялась свистопляска. Все от первой скрипки и до литавры, как чумные, разбежались по ЗАГСам. Кто женился, кто развелся, кто шустро взял фамилию кузины из Тулы. За неделю весь оркестр стал русским. И остался я один, Хабибулин.
Но подходит время нашей гастроли. Ну, конечно, референты из ГУКа в кабинет по одному они строили. Улан-Батор, брат, серьезная штука. Все прошли у референтов беседу. Все от первой скрипки и до альтистки. И, конечно, как всегда, я последний. Ну, что бояться? Я ведь даже не крымский. Но разговор на 2 часа не короче. А в конце мне говорят, извините. Оказалось, муж сестры, деда тещи, в 35-м залетел в отрезвитие. Говорят, мне это ж хуже крамолы. Ведь порядочность, вот в чем наша ценность. Что подумают, представь ты, монголы, если выплывет сей факт на поверхность. Так бы жил себе и жил, ради бога. А теперь куда деваться, не знаю. Мне теперь лишь в отрезвитие дорога. Кто последний? А татар принимают?